11 сентября пройдут выборы депутатов Совета депутатов городского округа Люберцы второго созыва. Тот, кто не сможет выполнить гражданский долг в единый день голосования, может изъявить свое избирательное право досрочно. При досрочном голосовании, а в Люберцах это можно сделать с 31 августа по 10 сентября включительно, во Дворце спорта «Триумф», избиратель должен заполнить заявление. В нем указывается причина, по которой человек не сможет принять участие в голосовании 11 сентября. Так как я в воскресенье буду занята своей трудовой деятельностью, буду наблюдателем на избирательном участке, поэтому очень удобно мне проголосовать сегодня на досрочном. Соревнования, выходные, мастерский турнир, и мы решаем задачи в городе Можайске по выполнению нормативов на присвоение мастеров спорта, поэтому весь день соревнования, с утра до вечера мы там. С заполненным заявлением избиратель подходит к члену избирательной комиссии, работающему по его избирательному округу, и получает бюллетень. После осуществления голосования бюллетень вкладывается в конверт и передается членам территориальной избирательной комиссии. На запечатанном конверте ставят печать и подписи членов ТИК и наблюдателей. 11 сентября конверт будет вскрыт, и бюллетень опустят в урну для голосования. Мы видим достаточно хорошую активность, потому что многие избиратели у нас в отпусках, будут в режиме трудовой деятельности осуществлять работу. Кто-то у нас будет работать наблюдателем участковых комиссий. У нас 8 округов избирательных, где-то у нас на каждом округе порядка от 40 до 50 человек в день на досрочном голосовании принимают участие. В досрочном голосовании уже приняли участие более 1500 жителей городского округа Люберцы. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.